Ну, вообще, доктор-уролог – это лучший друг мужчины. Это на самом деле так. Поэтому, так как мы дружим, должны дружить, поэтому доктора нужно посещать, ну, минимум раз в год. Даже если мужчину ничего не беспокоит, мы должны встречаться. С какой целью? Больше всего с целью профилактики. Мужчина должен прийти на осмотр. Также я рекомендую после, ну, 25-30 лет делать УЗИ предстательной железы. Не зря говорят, что простата – это очень важный орган, это второе сердце мужчины, которое отвечает за многие функции, в том числе за качество половой жизни, за яркость ощущений. И самая главная ее функция – простата вырабатывает секрет, в котором движутся сперматозоиды, и это дает гарантию успешного оплодотворения и зачатия ребенка. Общий анализ мочи, общий анализ крови раз в год, если ничего даже не беспокоит. Биохимический анализ крови, который дает нам информацию о состоянии почек, предстательной железы и печени. Также там обмен холестерина смотрится, обмен вообще в целом микроэлементов. Поэтому биохимия крови – это у нас основная такая информационная составляющая, которую мы должны видеть. Далее специфический для мужчин после 40 лет анализ – это ПСА крови. Как расшифровывается эта аббревиатура ПСА? Она расшифровывается простат-специфический антиген. Белок, который вырабатывается в простате мужчин. По повышению этого белка, уровня ПСА больше 4 единиц, к примеру, мы можем судить о том, что простата больна. И в первую очередь мы выявляем онкологические болезни. То есть ПСА – это онкомаркер на рак простаты у мужчин. И после 40 лет, так как раки у нас молодеют, а рак простаты выходит уже в тройку самых частых раков. А в США это номер один по частоте рак у мужчин – это рак простаты. Поэтому ПСА крови для нас – это самый главный онкомаркер. И все мужчины после 40 сдают кровь из вены вместе с биохимией, насколько вот я вот ранее рассказала, на ПСА крови. В целом я хочу отметить, что сознательность и уровень информированности наших мужчин растет. Это я отмечаю с большим уважением к нашим мужчинам, потому что они читают много, они в интернете. И умнички все чаще и чаще обращаются даже для профилактики, а не только когда им что-то болит. Но в целом затягивать в части урологии с проблемами урологическими я, конечно, не советую. Если у человека появляются жалобы, об этом мы еще чуть-чуть поговорим попозже, он должен в течение там, суток-двое прибежать к доктору, а не просто прийти. Мужчины, которые имеют несколько половых партнеров, при смене каждого полового партнера обязательно должны прийти к доктору на мазочки. Это не смертельно, это не страшно, это не больно. Современные условия, современные материалы позволяют делать безболезненно эту диагностику. Поэтому не бойтесь, приходите. И с минимальным дискомфортом мы обследуем вас на все инфекции, передающиеся половым путем, а также на всю микрофлору вашего урогенитального тракта, так как смена партнерши – это всегда смена микрофлоры. И даже если для женщины она нормальная, для вас она может быть новая. И пока ваши микрофлоры привыкнут, могут быть дискомфорты. Поэтому не столько страшны венерические болезни, сколько конфликт микрофлор в организмах двух половых партнеров. Симптомы, которые должны насторожить молодого человека. Если касаемо после полового акта, на следующий день, либо через неделю появляются любые дискомфорты в канале, в уретре. Это может быть зуд, жжение, это может быть щекотание, это может быть какие-то простреливающие боли, выделения по утрам. Даже если незначительное количество слизистых выделений, уже что-то не то. Слизи больше стало, значит, вы должны прибегать. Болевые ощущения под яичками. Это зона промежности по урологии называется. Внизу живота болевые ощущения, в паховой области. Все это наше, это урологическое. И третий блок проблем – это нарушение мочеиспускания. Значит, если вы почувствовали учащенные позывы к мочеиспусканию, ночью 2-3 раза встаете, это уже не норма. Днем каждые 20-30 минут – это не норма. Если напор струи стал ниже, меньше, слабее напор, значит, нужно прибегать к доктору. Если у вас появилось чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, значит, надо прибегать к доктору. Что-то не в порядке стало. Кроме того, в половой жизни, что вы можете почувствовать, так как я обращаюсь к мужчинам, прежде всего, первым критерием, вот, например, воспаления простаты является укорочение полового акта. Этот симптом должен насторожить вас в плане воспалительного процесса по урологической части и
приходите в этом случае к доктору незамедлительно. С целью профилактики я порекомендую нашим мужчинам, первое, беречь и любить себя. Что это значит? Первое, не переохлаждаться, быть в тепле. Это касаемо как общего переохлаждения, то есть одеваться тепло, зимой в термобелье. Я не рекомендую нырять в ледяную воду в купель после бани, после сауны. В разгоряченном виде нырять в ледяную воду – это крайне плохо для простаты и заканчивается воспалительными проблемами в предстательной железе мужчин. Это первое, о чем мы должны поговорить. Моржевать я не рекомендую. Это все-таки рано или поздно тоже ведет к проблемам воспалительного плана, к рубцам в простате, к камням, вы не поверите, в простате, которые мы видим на УЗИ. Для мужчин полезен регулярный секс. Это честно, это открыто. Я могу порекомендовать. Половая жизнь должна быть регулярной 2-3 раза в неделю. Длительный перерыв больше месяца нежелателен для мужчин. Так же, как и избыток половой жизни, например, 3 половых акта за день. Это вызывает переполнение таза кровью и болевым, дискомфортным, распирающим ощущением неполному, скажем так, неполной разрядки. Поэтому половая жизнь размерена 2-3 раза в неделю. Это идеальный ритм по рекомендациям ВОЗ. Далее я порекомендую мужчинам не увлекаться крепким алкоголем, не увлекаться курением, потому что курение убивает фабрику, яички, в которых производятся первые сперматозоиды. Курение ведет к бесплодию. Второе, курение, никотин, сужает сосуды полового члена в первую очередь и ведет к эректильной дисфункции. То есть мы теряем плод, твердость эрекции, мы получаем проблемы. Далее, по поводу тесного белья. Да, на самом деле это нарушает кровоток, поэтому мы рекомендуем мужчинам свободное белье, хлопчатобумажное и свободные брюки. Это однозначно. Велосипед непрофессионально не наносит урона для мужчины и для его простаты. Можно смело ездить спокойно. Это улучшает кровоток в области таза. Сидячий образ жизни – это наряду с отсутствием половой жизни плохо. Это застой крови, это застой всех жидкостей в организме в зоне таза. И это приводит к простатиту однозначно. Ну и так далее. По проктологии там куча проблем, геморрой и все-все-все, что есть в тазу, все переполняется кровью и застаивается как у мужчин, так и у женщин. Поэтому сидячий образ жизни убивает. Мы должны через каждые 45 минут сидячей работы программистам, водителям всем говорю: 45 минут сидите, 15 минут встали, размялись, походили, поприседали, и будет у вас все хорошо.